Актуальность статьи главы государства отметили общественные деятели Восточно-Казахстанской области. Почетный гражданин Усть-Каменогорска, писатель Алибек Кантарбаев считает, что предложение президента о публикации произведений Абая на 10 языках мира и создании серии документальных фильмов позволит по-новому оценить масштабы личности поэта и через слова назидания подтолкнуть молодежь к духовному развитию. Произведение Абая – это уникальное наследие нашей страны. Однако у современной молодежи до сих пор есть пробелы в знаниях. Я считаю, что статья Касым-Жомарта Токаева и мероприятия, приуроченные к 175-летию великого поэта, раскроют личность Абая в мировом масштабе и позволят проникнуть в самую суть его слов назидания.